Этот видеоурок посвящен работе с несколькими экранами, несколькими мониторами, несколькими экранами. Что имеется в виду? В рабочей зоне трейдера сейчас есть возможность работать на нескольких фреймах и видеть это все одновременно на одном мониторе. Да? Например, если мы видим, здесь GLD установлена двухминутка, давайте поставим здесь тоже GLD, спайдер по золоту, и поставим, например, уже или часовой график, или дневной. И здесь тоже поставим GLD, тут уже 10 минут. Мы видим динамику на таймфрейме небольшом, двухминутке, по которому мы будем входить. Вот в данном случае у нас был здесь вот buy, да? Попытка buy 1, попытка buy 2, buy вот здесь на пересечении 3 фактически, здесь 4 и так далее. Постепенный рост. Давайте посмотрим какую-нибудь другую акцию. Ну вот NSC нам показывает продажи. Norfolk. И давайте посмотрим, есть ли перспектива по продажам у этого Норфолка. Насколько это нам интересно. Итак, мы видим, что двухминутка у нас зона продаж уже. Была попытка на sell от объема, да, движения. 62.60, 62.20. Достаточно крупная. И мы видим, что на 10 минутке мы уже входим, приближаемся к зоне продаж. Вот она, красная точка, это 50 EMA. На часах у нас не все так интересно. То есть это, скорее всего, просто откат. Вот, давайте посмотрим следующую. FRX, например, то, что нам показывает сканер, я сейчас выбираю. FRX. Ну, по FRX ничего интересного в данный момент. То есть это краткосрочный откат. Видим, да? Таким образом, в принципе, можно начинать и просто с большого часового, например, графика и смотреть, что это у нас, тренд или просто так. Здесь тренд явно на buy. XEC давайте посмотрим. Здесь может быть продажи. Давайте посмотрим поближе. Вполне могут начаться продажи. Вот мы подошли к зоне, подходим к зоне продаж, мы находимся ниже закрытия предыдущего дня, да, подходим к зоне продаж, уже ниже 18 EMA, подходим к 50. Это на часовом даже графике, на 10-минутном графике мы уже в зоне продаж, и на графике двухминутки мы практически приближаемся к зоне продаж, и смело можно здесь пробовать продавать со стопом небольшим, тут буквально 8-10 центов стоп. Также, конечно же, продавать желательно на красном объеме, то есть когда увеличиваются именно продажи. Ну, вот такой подход тоже рекомендую попробовать вам.